3938. Именно столько выходов для патрулирования улиц курорта осуществили представители казачества с начала чемпионата мира по футболу. Учитывая специфику мероприятия, работают они буквально в режиме многозадачности. Ежедневно в 4 районах курорта сотни казаков внимательно смотрят за всем, что происходит вокруг. Отдельное внимание – обстановке на дорогах. Нам поручили 3 пешеходных перекрестка. Это основной, это вот возле Лапочтамта, второй тоже более важный, не менее важный, это улица Полярка. Вот, там как раз скопление людей, которые идут в фан-зону на футбол смотреть. И третий переход, это вот ЦАРП, улица Конституции. Вот. Самая главная задача это не допустить травматизма людей, вот, которые приходят. Вот, и, соответственно, избежать пробок. Казаки патрулируют и центральную набережную курорта. А прежде чем провести пересменку, заместитель атамана Черноморского казачьего округа проводит развод, ставит задачи. За работой отряда внимательно наблюдают и зарубежные СМИ. Кстати, нередко казакам приходится помогать иностранцам. Языкового барьера нет. В каждой группе есть люди, владеющие английским. В обязанности казаков входит не только патрулирование, но и оказание первой помощи. Часто оказываем помощь по состоянию здоровья, здесь медпункт есть, вот, сопровождаем вот женщине, тут было нехорошо, также вызываем, вот, ну, граждане, которые бывают в охмелю, отдыхающие, ну, отдыхать приезжают, вот, также показываем помощь спасателям, ну, выводим из воды, как-то приводим в чувство, вещи, бывают, обращаются граждане тоже, ну, как-то теряют вещи, потом помогаем им находить. В общем, охрана общественного порядка – дело нелегкое, но казаки справляются со всеми поставленными задачами. Работать дружина будет не только во время чемпионата мира по футболу, но и до конца курортного сезона. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.